Русские ворота для казаков – место особое. Здесь установлено сразу два мемориала – обелиск атаману Алексею Бескровному и памятный знак казакам, которые погибли у стен Анапы в годы русско-турецкой войны. Камень появился, когда строили гостиницу внизу. Оттуда выкопали много костей и их перезахоронили. Поэтому решили, что надо сделать. В рамках празднования освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков руководством Анапского районного казачьего общества было принято решение с июня выставить здесь почетный караул. Молодежь из казачьих классов вдохновилась поступком старших товарищей и изъявила желание также нести эту вахту. Темные стычки с черкесами в незнакомой солдатам и офицерам местности крайне выматывали войска. Это ответственность, как бы. Все-таки такое важное событие, а мы казаки народ, как бы это очень для нас патриотично. Меня спросили, хочу ли я, но я ответил хочу, я не ожидал то, что здесь именно вот так, при стольких людей, в костюме вот, с кинжалом. Такие акции в анапском казачестве – не редкость. Самое главное в них – воспитание чувства патриотизма, ответственность и сохранение исторических традиций. Память о дедах и прадедах мы забывать никто не должен. Если мы сейчас поколению не передадим свое, мы еще помним, а вот оно уже помнить не будет. Поэтому наша главная задача – посвятить их, и мы их воспитываем в этом духе, чтобы наши предки, что передавали нам, мы обязаны передавать им. Что мы сейчас и делаем. Уже в эту субботу школьники встанут здесь в почетный караул. Однако нести вахту смогут только те, кто отличился в учебе, общественной деятельности и дисциплине. Руслан Душевский, Анапа регион.